Валерий Кравченко родился 1 марта 1945 года в Монголии, где проживала в эвакуации его семья. После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Бобруйск. В 1961 году Валерий стал чемпионом Белоруссии по боксу среди юниоров. Вскоре после этого решил связать свою жизнь с искусством и поехал в Ленинград поступать в театральное училище. В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, ныне РГСИ, курс З. Я. Карагодского, дебютировал в кино в 1968 году. Снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Много работал как актер дубляжа. Скончался 6 ноября 2000 года в Санкт-Петербурге от рака горла и атеросклероза коронарных сосудов. Похоронен на Ковалевском кладбище в Санкт-Петербурге.